знаю, что у вас есть ряд вопросов, которые вы хотели задать мне для решения. Буквально два слова о ситуации в области с точки зрения экономики, как мы закончим область, предварительные итоги. Как дела у нас с коронавирусом? Так ли, что вы уже там вышли на плато? И что нас ждет в будущее вот, недели? Как вы это видите, развитие этой болезни? Ну и те проблемы, о которых вы хотели сегодня рассказать. Спасибо, Александр Григорьевич. Ну, предварительно 11 месяцев мы закончили 99,9. Такая цифра вроде высокая, но тоже обидная. Они дотянули там 0,1 до 100%. Но, тем не менее, начало года у нас был 91% ВРП, сейчас 99,9. То есть за это время область прибавила. Ну и мы так осторожно прогнозируем, что мы где-то на уровень прошлого года по итогам года должны выйти. Ну дай бог, 99,9. 0,1% не дотягивается, декабрь еще у нас есть, ну, вроде бы и неплохо. Неплохо, ну, да. Ну, конечно, но как экономист, ты же понимаешь, что нам нужен результат, потому что надеяться на то, что будущий год у нас будет хороший, нельзя. Вы видите, что происходит вокруг. Поэтому, ну, будем считать, что мы невозможное сделали, но надо было бы еще чуть-чуть. Что касается коронавируса, в принципе, вот по нашим оценкам мы заканчиваем эту вторую неделю уже, как бы, ну, можно сказать, как медики говорят, на плато. Прироста нет. Прироста нет. Мы, условно говоря, и по пневмониям, и по выявленным заболевшим, мы приблизительно находимся на одном уровне.